Наше дело требует жертв. Мне здороваться? Градус. Не люблю это слово, но здесь просто не могу не использовать. Кринжа. Так, не надо. Будет очень высок в этом видео. Но ничего, выше, чем обычно. Хотя куда уж выше. Всем привет, друзья, с вами я, Брайан. Не обращайте внимания на мое лицо, просто по мне проехался грузовик. А это моя, подразим, матерь. Почему это матерь? Матерь Наталья. Когда переиграл в Resident Evil. Короче, ребят, честное слово, всем здравствуйте. Я вообще не знаю, зачем он меня сюда позвал. Говорит, сядешь перед камерой и все, знаешь. Вот сижу, жду. Просто я специально не говорю идеи для видео, чтобы она не позвонила мне. Чтобы она... Не позвонила в полицию. Чтобы она не сказала, фу, какое говно, я не буду в этом сниматься, как она обычно это делает. Вот, поэтому я ее ставлю перед фактом уже перед камерой. Я знаю, ребят, что вы ждали кое-чего другого. Скетч по маминому сценарию. Да. Но, к сожалению, я был занят короткометражкой. Прям кринжово будет? Да это шутка. Ну ничего себе шутка, я тут напряглась. И правильно, потому что это будет ролик соревнования. Челлендж, я бы сказала. Любишь челленджи? Угу. Спортивный интерес. Это во мне есть. И сегодня мы проверим, у кого лучше вкусовые рецепторы на языке. Вкусовые сосочки? Будем радовать. Тынь! Градус поднялся. В этом видео, точнее для этого видео, я подготовил несколько позиций продуктов, аналогичных по составу, но разных по цене. Дорогие и дешевые продукты. Продукты, да. Еще и закрытыми глазами? Нет, не закрытыми, просто без упаковки. Мы должны будем угадывать, что из двух позиций было куплено за не очень дорогую цену и что за капец какой оверпрайс. Хочу сказать, что я согласилась сниматься только потому, что человек день и ночь работает над своей последней кнопкой, правда. Я его не вижу, не слышу. Прям радуешься, да? Наконец-то. Я купил воду. Воду? Да. А что, она какая-то разная на вкус? За рубль или за 100? Ты думаешь, она разная на вкус? Ну вот и проверим, это же интересно. Мать гости пришла, он водой поить собрался. Ну, лучше бы вина тогда купил. Шучу, алкоголь это зло. Яблочный сок. Что-нибудь посущественнее. Чипсы. Мороженое. Шоколад. И напоследок жвачка. Жвачки? Давай чикаться. Камень, ножницы. А почему, кстати, вот Настя не знала, что такое чикаться? Давай чикаться. Это что за такое? Ну, типа, ну. Ладно, не надо, ешь первым. То есть это только в кинелеты говорят? Нет? Нет. Я просто много слов, которые в итоге чикаться оказываются неприменимы. Чикаться это у нас даже в советском детстве было, чикаться. Да? Да. Серьезно? Интересно. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ты-динс, я выиграла. Чего? Стоп. У тебя же колодец. Это камень. Видимо, у нас в семье все плохо с этой игрой. В общем, давай просто, давай ты первая. Что ты выбираешь? Я? Да. Ну, естественно, мороженое. Уверена? Абсолютно ли. Alright. Возможно, чересчур очевидно. Но поэтому я попросил пробовать закрытыми глазами. Какое-то очень сладкое. Вот это дорогое, потому что здесь сливочный вкус. И что? Короче, я не поняла. Вот это мне на вкус, оно понравилось больше. Но это не игра в то, что понравилось больше, а в то, что на вкус дороже. Тогда вот это, потому что тут орехи. Прошу, вот ваша вода. Шара! Ну? Шара! Стоп, что-то сложно. Я не могу понять, то есть... При том, что я из-под крана воду должен узнавать, я ее каждый день пью из-под фильтрованного крана, но я не могу различить. Ты сейчас уже это всю выпьешь, ночью опихишься. Это дорогая вода, а это из-под крана. Как ты? С чего ты решил? Ну,
почувствовал. Ну, под температурой они немного разные. То есть ты решил, что та, которая холоднее, это бутылочная? Да. А который теплый из-под крана. Да. И так сделал это. Да. Ну, это логически, если мыслить. А мы говорим, что ты должен почувствовать. Так и по вкусу, я же говорю, вообще разницы практически нет. Это из бутылки, это из-под крана. Да. Правильно? Да. Ну что, что ты выбираешь? Ну, чипсы. Чипсы? Да, ты же у нас в чипсах эксперт, а я нет. Держи. Ой. Видишь, я не умею есть чипсы. Как ты говоришь, АСМР? Уже не актуально. Как я должна определить, какой продукт дороже? Ну, какой, возможно, менее химозный, какой более химозный. Либо по качеству картофеля, может быть, по ломтикам, какие аккуратнее. Эстетически вот эти выглядят, ну, более... А на вкус? Вот эти вот как будто бы больше прожаренные, они больше похожи на картошку. А вот здесь очень приятные специи. Но те более натуральные на вкус. Да. А тут соли больше. Когда больше добавляют вот всяких специй, сахара или соли, это значит, хотят скрыть какой-то дешевый продукт, из которого сделан. Угу. Поэтому, наверное, дороже вот эти. То есть логически решила бить, да? Молодец! А я ведь надеялся, что ты распознаешь, что... потому что видно, что это Pringles. А это как будто какие-то дешевые лейс, но на самом деле эти чипсы стоят 400 рублей. Ничего вот себе. Вот за такую маленькую баночку. Дай я попробую, мне интересно, на что потратил 400 рублей. Запей водой за 300. И вот он твой ужин ресторанный. Какие-то Йоркшир, вот это система. Это, наверное, йоркширский какой-то... Терьер. Нет. Они прям вкусные. Так, я пошла. Шоколад? Мне кажется, шоколад труднее угадать, какой дорогой, какой нет. Давай, но только сложность в том, что я запомнил, как выглядит дорогой. Ты можешь его раскрошить на кусочки, как и дешевый, чтобы я вообще не мог понять? Может, не на терочке поделить? Ну, я просто по размеру ломтика смогу понять, так что немножко раскроши все-таки. All right, mom? Mom? Мисс очевидность? Нет, не так очевидно, кстати. Кажется, мне понадобится еще один кусочек, чтобы понять. Возможно, придется съесть все. И мы так и не сможем прийти к какому-то очевидному... Болтать прекращай, говори быстрее. Это дешевый, это дорогой. Так, ну а перед тем, как ты получишь следующую позицию, я ненадолго отойду, ладно? Ты куда пошел-то? А пока я решил отойти в туалет, я вам расскажу про одну крутую игру. Да, у меня ноут в туалете. А у вас нет, что ли? Новые странные. War Thunder. В этом военном онлайн-экшене есть все, чтобы увлечь себя на каникулах. Самолеты, танки, корабли, вертолеты. И можно комбинировать разные типы техники в одном бою. Также свою технику можно улучшать и настраивать ей внешний вид, чтобы выделяться среди других игроков. Сражения в War Thunder охватывают весь мир и разные эпохи. И это все с улучшенной графикой, обновленными эффектами, реалистичным небом и достоверным звуком. Так что прокачивайтесь и побеждайте! А главное, игру постоянно обновляют. Вот недавно добавили новую уникальную ветку с южноафриканской техникой, самолет с изменяемой стреловидностью крыла и многое другое. Звучит круто! Скачать War Thunder можно абсолютно бесплатно по ссылке в описании и заодно получить крутые бонусы от меня. Макс, они вообще не отличаются вкусом. Да не может быть. Пахнут яблоками. Одинаково. Вот этот очень кислый. Но о чем это говорит? Он более натуральный. Уверена? Вот этот дорогой. На все 100. Сейчас еще раз. Ну да, вот поэтому ты мне сказала. А зачем посмотрела? Он с осадком, то есть он натуральный. Ну да, судя по всему. А этот прозрачный. Это даже на ощупь такая дорогая уже. Такое ощущение. Ну-ка, и что там ощупь? Подожди. Одинаковые они на ощупь. А, ну да. Ну, на ощупь. Мятная. Ну, я и ту мятную взял. Пробуй другую. Куда плевать? В меня сейчас что, вселилась Вика с Востока. Девочки, он плюнул мне в лицо! Ну, это довольно-таки сладкая была.
Ну, это дешевая. Почему? Не знаю, просто мне так кажется. Такое ощущение, что я когда-то пробовал эту жвачку, и она довольно-таки стандартная на вкус. А эта, она тоже довольно-таки стандартная, но она такая более насыщенная. Но если следовать твоей логике, что дешевые продукты обычно, они более насыщенные, потому что там усилитель вкуса и всякая прочая херня, но я не думаю, что это свойственно жвачкам, поэтому все же мне кажется, что вот эта дорогая зеленая, а вот эта дешевая. Угадал. At this point видео перестало иметь какой-либо смысл, потому что это уже больше не челлендж, не соревнование. Мы все угадывали с первого раза. Я не знаю, как так получилось. Пожалуйста, я не знаю, что делать. Подписывайтесь. Это был очень незабываемый экспириенс. Я не знаю, как описать свои эмоции. Какой вывод мы можем сделать? Что дорогое всегда лучше дешевого. А какая у тебя цель была, когда ты это видео снимал? Ну, я думал, что некоторые дешевые продукты... я не знаю, какая цель у меня была. Я просто хотел что-то снять. Потому что мне сейчас вообще не до креативных идей для канала. Просто ешьте здоровую, полезную пищу, которая вам нравится. И радуйте свои вкусовые сосочки. А не важно, дорогая она будет или дешевая. Я знаю, как я это смонтирую. Ешьте пищу и радуйте свои сосочки. Только попробуй. Все, спасибо, накормил, напоил, я поехала. Ступай, матерь. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы знаете, что делать. Не пропустить последнюю кнопку 2. Ну а с вами был, как всегда, Брайан. До скорой встречи. Пока. Пока.